Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН – это общемировое событие, направленное на повышение осведомленности о важнейших проблемах обеспечения безопасности на дорогах и поиск решения этих проблем. Все мы хотим прибыть к месту назначения безопасно. Снижая скорость, мы делаем дороги более безопасными для наших детей, семей и друзей. Исследование показывает, что снижение средней скорости на 5% может снизить число смертельных случаев на 30%. 12 мая учащиеся средней общеобразовательной школы номер 2 Улака Шихабль присоединились к всероссийской акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Асиет Карданова вместе с сотрудниками МЧС и юными инспекторами дорожного движения приняли активное участие в этом мероприятии. Водитель, что вы выбираете? Высокая скорость возрождает травмы, смерть в ДТП, а разумная скорость – спокойствие близких, будущее и безопасность. Спокойствие близких. Хорошо, спасибо вам большое. Вы присоединились к нашей акции. Не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Yes. Будьте осторожны, сохраните жизнь, сбавьте скорость. Спасибо большое. До свидания. Проведение акции приурочено к неделе безопасности дорожного движения, которая прошла с 8 по 14 мая. Ее основной призыв – соблюдение водителями скоростного режима и те действия, которые направлены на выбор разумной безопасной скорости на дороге. Одним из наиболее распространенных видов нарушений правил дорожного движения является превышение скорости. В связи с этим проводим акцию, направленную на предупреждение ДТП по причине превышения скорости, а также по профилактике ДТП с детьми, пешеходами, велосипедистами. Мы совместно с сотрудниками МЧС и юными инспекторами дорожного движения призываем участников дорожного движения присоединиться к акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Поддержать идеи глобальной недели безопасности дорожного движения. Свою поддержку можно выразить безукоснительным соблюдением правил дорожного движения, дисциплинированностью и внимательностью.